Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, сегодня, ребята, у нас воскресенье. Лига самураев 3 звезды, как ты понимаешь. Ни хренашки нам с тобой не светит попасть в Лигу мастеров. Да и фиг, в принципе, с ней. С этой Лигой мастеров мы и так, ребята, с вами пахаем тут, как я не знаю кто. Как Папа Карло, блин. Вот, поэтому можно немножко и расслабиться, да? И поиграть, в конце концов, просто в свое удовольствие. Так, ладно. Попасть бы хотя бы в Лигу Сёгунов было бы, я думаю, было бы неплохо, друзья. Было бы неплохо. Как говорится, надо только лишь стремиться, и все у тебя... Ой, наверное, получится, как всегда, Рэй. В 5 часов утра сидит, дрынькает, как обычно. Я после тренировки пришел, ребята, вырубился спать, это было где-то часов в 5. И проспал до часу ночи. Нормально? Естественно, потом проснулся и все. И не спать, как говорится, и ничего не хочется. Так, 48 место. Не, давай мне уже, там, я не знаю, 15-19. Для меня это годится. Так, возьмем с тобой Макмана и... Раз, два, три, четыре. Ну что, Макман и его супер-пупер торнадо, в принципе, должно разнести всех их в пух и прах. Шикарно. Блин. Предыдущая серия, друзья мои, не записалась. Точнее, она записалась, но она без... записалась без микрофона. Кстати, дай-ка я гляну. Нет, тут вроде все работает. Вроде все фурычит. Так что... играем смело. Так, я возьму здесь Донни и... ну, Донни, я думаю, хватит здесь. Блин, я и пойму, только проснулся. Ну, как только. Не только, где-то 4 часа назад. А зевота почему-то, ребята, меня одолевает. Но, кстати, зевота — это еще не факт о том, говорящий, что ты хочешь спать, друзья мои. Там много факторов. Там нехватка кислорода, там еще что-то. Там слишком большой диапазон по зеванию. Поэтому если ты зеваешь, это еще не говорит о том, что ты именно хочешь спать. То, что я хочу водички хлебнуть, это факт неоспоримый. Так, ну что, кто это такой, ё-моё, что он там? Кристофер, ё-моё, я тебя сейчас наваляю, Кристофер, по полной программе с твоей физиономией-то, ё-моё. Пугает меня тут детей, блин. Давно получить, по мозгам захотел. Ой, хорошо, ребята, нет ничего лучше. Просто чистой холодной воды. Серьезно тебе говорю. Просто пьешь и наслаждаешься. Слушай, а что я тут взял? А, я Рафаэля. Я ставку ставил на Рафаэля, да? В принципе, она работает. Ставочка-то эта, ребят, работает, как ни крути. Так, майки, танцы, буги-вуги. Угу. Слушай, заколебали, а? Все на майки лезут. Давай, Рафаэль, сдачи ему. Ложи этого на бок. Может, было хильнуться, конечно. Но можешь вот так вот. Эй, майки, майки. Что же это за атака-то у тебя? Вообще никчемные. Но да чтоб тебе. Ну все равно, ребят, после этого поединка уже Лига Сёгунов будет. Поехали. Так, беру Леонардо. Ну, Лена здесь, Леон здесь один у нас справится, да? Я думаю, не надо ему тут никакой спец... Да ёк-макарёк, бутылка, вставай давай уже. Не хочет как. Падает. Да, по-другому тут и быть-то не могло. Сегодня, друзья мои, блин, не сегодня, а вообще играл этот в Некроманта на втором канале. Две мои попытки пройти третью локацию просто не увенчались успехом. Я не знаю, что, как я умудрился в первый раз пройти до босса.
без прокачки. Сейчас у меня почти, ну, полутоповая прокачка, и я не могу дойти до босса. Просто меня в процессе вот этого вот дохождения, прохождения по локации валят. Меня это аж напрягает. В следующей серии я уже решил, ребята, будем с вами и 2, 3, 4, 5 волн проходить, пока не пройдем эту третью локацию. Меня просто, это просто напрягло, ребят. Мы там, я тем более, ну, вы увидите, там прокачал себе этот на наших зомбиках там огнеустойчивость, чтобы они не так быстро горели. Вообще там от урона усиления. Так что сейчас будем рвать их. Просто вот единственное, что мне надо понять, как там сделать богоубийство, чтобы повысить себе размер армии. У меня размер армии 80, ну, 80 максимальный предел. Я хочу больше. Но что для этого надо, я не пойму. Так. Не знаю, ребят, после черепашек, может быть, все-таки еще загляну в драконы всадники Улуха. Давно мы там не были. Что там, хоть надо глянуть, блин. Так, бомбим. Окей, все, в пух и прах. Ну, понятное дело, тут маузеры, ребят, против них вряд ли кто вообще сможет противостоять. Так, 57 место, да? Ну, давай возьму кожеголового. Раз, два, три. Ну, кожеголову, я думаю, полтинник это должен завалить, когда покатится кубарем. Верно? Поехали. Ну, вообще на изи. Просто бамс, и все, и они рассыпались. 46-я позиция. Так, 15-20 берем. Возьму здесь Пиццелицева. Ну, в принципе, что, он сейчас бросит свою плюшку Пепперони, да, эту, и они должны все одуплиться. Потому что он топчик. Топчик в своем деле. А вот то, что мы продвигаем с тобой как черепаха, вот это вот не есть хорошо, конечно. Если возьму... Кстати, Лапекс мы сегодня, наверное... Сегодня, наверное, друг... Хотя не факт. Потому что в прошлой серии, естественно, которая не записалась, я прокачивал Рафаэля. Я мутаген не оставлял. Но если нам хватит, вдруг каким-то, я не знаю, чудом, то Алапек сегодня, возможно, сможет получить сотый уровень. И это максимальная для нее будет прокачка. Почему-то мне эта лиса напоминает кота в сапогах. Что-то у меня именно такие ассоциации. Кот в сапогах. Так, с 15-20, да? 15-20. Ну, давай возьму здесь, наверное, Усаги и Дзимба. Я думаю, этого более чем достаточно, чтобы их тут всех разобрать. Погнали. Да ладно, как ты выжил-то, гаденыш? Ну, на самом деле, это трудно назвать выжить, потому что, ребят, на нем висел постепенный урон. Даже если бы до него дошел ход, он бы его не пережил. Так, 15-19. Ну что, я возьму, наверное, Рафаэльчика здесь. Это, считай, мы с тобой отыгрываем всех бойцов, чтобы нам просто-напросто перейти один ранг. Ты можешь себе представить? Всех бойцов заюзываем, чтобы нам перейти всего лишь на один ранг. И теперь представь, сколько нужно сделать, чтобы дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Сколько нужно таких сделать разиков? 4, 5, ну, то и больше, блин.
96-я позиция, да? 15-20, пока нам ничего не дают. Супер-пупер. Интересно, а Слэш сможет... ну тут он не один. Просто интересно, он с полтинниками бы справился, если бы сделал бы первую вертушку свою? Сейчас глянем. Вот именно об этом я в свое время и говорил, ребята, что не все бойцы, имеющие массовую атаку, сильны. Не все. Единицы. Остальные просто хорошо, что у них она есть. Вот и все. Так. Не хочешь давать, да, мне 15-21? Не хочет. Ну что, берем Ванюшу. Раз, два, три, четыре. Берем Ванюшу. Берем кредиты. Мы в Совкомбанке. Погнали. И то же самое. Берем Ванюшу. Мы словно грушу. Вот и все. Разворотили мы таблищем. И по ходу дела сейчас последний поединок у нас будет на арене. Походу, да. Да я говорю, мне 16-21, а? Вот. Крэнк. Ну да, да, ребята, как раз на один поединочек и насобиралось у нас бойцов. Ну что же, это круто. Супер Шреддер разбомбил, блин. Офигеть, у него такие когти там, блин, он на... Но это же не ногти, ребята, это же на броне, по-моему, да, такие шипы. 57-я позиция. Так, ну что, с арены закончили. Мутагена, сколько мы заработали за весь этот период? Можно посмотреть? Мало, ребят. Просто мало. 24 тысячи мутагена, а там... Если мне... Память не изменяет, для того, чтобы поднять Алапекс, нам нужно 30, а может даже 30 с копеечкой мутагена. Так что это не канает. Так, минус Джастин. Блин, я что-то, ребята, вот вспомнил. Знаешь, какая раньше игруха, блин, вообще? Как вот только появились компьютеры практически. И сразу же игру... Ну, во-первых, я был в шоке от игры Need for Speed. Еще самый первый. А потом, помните, наверное, Dark Omen. Warhammer Dark Omen игра такая была. Блин, как она мне нравилась. Ну, для того именно времени, для тех мониторов, для той графики, для тех видеокарт, вообще для тех компьютеров, Dark Omen был вообще шик. Он, по-моему, потом был портирован. Или сначала он был... на консоли PlayStation 1, потом портирован на ПК. Как-то так. Но игруха в свое, для своего времени просто замечательная. Я ее на одном дыхании играл, и причем мы прошли, мы с другом играли в нее, и практически мы ее прошли. И был такой косяк, когда последняя застава шла, она зависла. Вот как я там психовал. Да как так? Мы же прошли игру, и потом хоп, все с самого начала. Зашибись. Мы еще тогда не знали, что можно будет там зайти в папочки, посмотреть отдельные заставки. Короче, так вот. Что я хотел-то? Так, турнир Кумы, это в испытание. Черепашья буря. Так, первую я, ребят, прошел. Первый эпизод. Давай попробуем затащить второй. Ну, в принципе... Пробовать затащить это образно сказано. Мы в любом случае, ребят, затащим. Поехали. Бомби, Шреддер. Так, минус Лео. Пошли бомбочки. Угу. Даже не попал. Пулеметная дробь. Нормально.
Так, здесь что мы сделаем? Ну, давай вызовем маузеров, так уж и быть. Серьезно, выжили еще охламоны, а? Так, Донни тоже в топку. Ага, оригинал, да? Ну тут, ребят, надо их по-быренькому шваркать. Ну, понятно, что у Леонардо была защита от смерти. Или, можно так сказать, вторая жизнь, потому что у него срабатывал блок. Так, а на третьем событии у нас сколько будет? По-моему, 6 волн. 6 волн, и последние будут черепашки космос. Как сейчас помню. Ага. Поехали. Зэка я не стал брать в эту команду, друзья. Не вижу смысла. А что делает, а? Засранец. Давай-ка вжарим. Так, пробили. И здесь пробили. Ну, понятное дело, что волны довольно легкие. Постепенку повесь на них. Блин, только на одного почему-то повесил постепенный урон. На Лео. А остальных почему-то даже... Блин, ну что это за атака такая? Ёк-макрёк. А, свил, что Рафаэль, ребята, не стал делать контратаку. Интересно. Крен, когда ему бомбанул перчаткой в табло шипованной, он контратаку не стал делать. Хотя 80 уровень, ребята, 100% у него должна быть прокачана эта атака. Хм, интересно. Я офигею, подает ему что-то через низ, тот через желудок там, да, и выхаркивает ее. Бомбу эту, ну, ракеты. Берет одну, а выплевывает 5. Чудо-робот. Нечего сказать. Так, готов. 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 И Лео, ну естественно. Пережил первую атаку. На! Нахлёстно. Так, предпоследние, друзья. Откуда он эти ракеты выпускает, ребята, со спины? У него даже нету там, блин, пушек, я не знаю. А он откуда их выпускает? Баксер-фантазер, а? Нет у него, ребята, откуда ракеты вылетают у него? Так, ну что, последние у нас. Последние охламоны. Вот они тут стоят. Начнем. Опа. Фигня какая-то получилась. Даже не вырубил. Половину за руль отнял и все. Да. Это на все, что его хватило. С этой базукой. Половину за руль отнять. Ай, как хорошо, ребят. Ну что, я прошел. Клан Фуд теперь. Клан Фуд. Вот так вот сделаем. Ага. Ну давай, посмотрим на ваше поведение. Изи. Давай вертушку сразу же. Как говорится, меньше слов и больше дела. Ой. Ой-ой-ой. Выжили. Хотя она 70-ники всего лишь. Так, давай, Доня, жги. Фигу, вот как-то поджег. Давай, наверное, муху врубим. Не хочу, чтобы она тут лишний раз хиляла. Так, ну что, Рокстеди? Упал. Добили. Все. Все, что я хотел. Все я, ребята, сделал.
Ну что, надо фармить. Пытаться, по крайней мере. Потому что не так уж и много у нас с тобой сыра. Все, кончился, ребят. К сожалению, он закончился. 24 тысячи. Ну где у нас лапек? Сколько нужно? Давай посмотрим. 31 400, ребят. Я же говорю, что не хватит. Я тогда левел сейчас поднимать не буду никому. А, ведь нужно поднимать левел, ребят. У нас в задании такое поднять уровень. Ну да. Так, одной этой не хватило мне. Сейчас попробуем найти. Так, автомобиль номер один же, да? Все, ребят. До третьего уровня прокачиваю. Поехали дальше. Блин, маяки эти трицератопсов. Фиг ты его найдешь сейчас. Да, нам будет выпадать камень талик. А вот с маяком будет проблем, да? Он тяжело ищется, тут не поспоришь. Камень талик намного проще, да, выпадает. Хотя, фиг его знает. Еще два. Не талик. А у меня таликом своим, а? Вот напрягает. У меня пицца сейчас кончится, друзья. Все, пицца закончилась. Не хватило, блин, одного буквально найти нам. Так, ну что, друзья мои, в общем, пока у нас получается, что все. Я не знаю, завтра мы, точнее, сегодня же воскресенье, просто я сижу утром. Сегодня, если попробовать днем пройти, ну, до куда я смогу дойти? Ну, предположим, даже до Лиги Мастеров «Одна звезда». Но в понедельник мне две лиги, ребят, не проскочить. Не получится, наверное, мне кажется. Попробовать можно, но мне кажется, не получится. Ладно, друзья мои, в любом случае, вам большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.